Доброго времени суток всем. В этом видео покажу, как же оформить заказ на сайте Faberlic, как выбрать точку для получения заказа, как воспользоваться всеми акциями по каталогу. Дело в том, что с 1 августа у нас поменялся полностью сайт. Он очень стал динамичным, современным, удобным, в отличие от того, что было. То есть полностью произошел ребрендинг, и это очень важно, потому что сейчас произошли изменения, и нужно знать, а как же работать с новым сайтом, с новой корзиной и воспользоваться всеми привилегиями, которые есть у консультантов Faberlic. Поэтому смотрим внимательно видео, пользуйтесь, размещайте заказы. Приятного вам шопинга. Подписывайтесь, делитесь видео. До новых встреч! Добрый день, уважаемые лидеры! Представляем вам новую усовершенствованную корзину. Сейчас она пуста. Сразу мы видим, что нам предлагается добавить точку доставки. Наверное, с этого и начнем. Нажимаем на выбор точки доставки. Здесь у нас отображаются выборы сохраненных точек. Выберем любую точку, например, Сокольники. Выбираем. Точка проставляется в корзину. Сверху мы видим уведомления от ПВ. Их можно закрыть, нажав на крестик. А теперь попробуем добавить какие-то товары в корзину, воспользовавшись лупой сверху, то есть поиском, быстрым добавлением, поиском по артикулу. Искать можно по наименованию. Вбиваем крем. Сразу видим подсказки. В подсказке можно выбрать необходимое количество товаров, сразу посмотреть цену и добавить товар в корзину. Нажимаем. Оп, товар добавлен. Предлагаю попробовать добавить еще несколько товаров в корзину. Вбиваем, например, шампунь. Вот подсказка. Вот сразу добавляем товар в корзину. Также искать можно по артикулу. Давайте попробуем. Сразу также выпадают подсказки. И мы с легкостью также добавляем товар в корзину. У нас появляется листинг корзины, зеленые стикеры. Зеленые стикеры говорят о том, что в вашей корзине находится товар, на который применилась акция. Тут можно развернуть и посмотреть описание этой акции. Также по каждой позиции видна цена, цена каталога, ваша скидка, количество баллов. Можно быстро поменять количество. Удобная навигация по корзине, есть кнопка, можно было быстро перемещаться снизу корзины вверх, нажав стрелочку. Внизу мы видим блок «Итого», в нем также представлена общая информация по заказу, сумма, скидка, баллы, и мы можем быстро и удобно, нажав на стрелку, переместиться в корзину наверх. В больших навигационных кнопках находится кнопка добавления товаров по списку. Здесь также можно искать по, например, названию Next Level, как мы набираем. Вот у нас выпадает тушь. Возьмем 3 штуки. Попадаем в предкорзину. Можно также искать по названию товара и, например, ошибиться, вот как сейчас, порошок. Это, в общем, не помешает нам добавить. Вот он нашелся. Также добавляем порошок в предкорзину. У нас получается список, тут мы можем отредактировать количество и потом одной кнопкой все вместе быстро добавить все эти товары в корзину. Таким образом, этот функционал нужен для того, чтобы добавлять сразу несколько позиций сразу. Вот они у нас добавились. Здесь можно все просмотреть. Также мы видим, что опять применилась акция. С помощью большой кнопки сверху персональной акции мы можем быстро переместиться в них и также вернуться обратно в корзину. Также мы можем попасть в избранное, это сердечко в центре. Там, собственно, спрятан весь каталог ваших избранных товаров. Отсюда можно также добавить товар в корзину и вернуться обратно. Правая кнопка нам определена под активацию промокода. У меня сейчас промокода нет, поэтому я ее закрываю. А теперь попробуем перейти в раздел акции и добавить какой-нибудь товар оттуда. Например, гель для губ. Добавляем в корзину и переходим обратно.
Что мы видим? Видим, что у нас, во-первых, добавился гель для губ, а во-вторых, что он подсветился красным стикером. Красный стикер означает, что в вашей корзине есть товар, на который действует акция, но акция еще не применена. Я не буду сейчас делать так, чтобы акция применилась. Когда она применится, она станет зеленым. Я иду итого по заказу, проверяю баллы, сумму и перехожу в оформить заказ. Дальше мы попадаем на страницу акций. Разберем подробнее страницу утверждения заказа. Когда вы уже набрали корзину, переходим на оформление заказа. Добавляем какой-нибудь товар по акции. Применяем акцию, видим, что акция применилась, и переходим на страницу утверждения заказа. Главное, мы видим получателя. У получателя в данный момент можно изменить контактный телефон. Дальше будет возможность изменения имени и отчества, но сейчас, собственно, только телефон. Меняем телефон и сохраняем изменения. Также здесь есть возможность изменить точку доставки. Нажимаем «Изменить». У нас появляется список с точками доставки, но мы не будем его менять. И дальше мы переходим к условиям доставки. Обратите внимание, сейчас выбрана доставка частями. Мы видим, что первый заказ доставится 29 июня, а второй аж в конце июля. Такое разделение бывает в том случае, когда часть ваших товаров есть на складе, она придет в конце июня, а вторая часть придет 7 июня. Первую часть можно развернуть и посмотреть. Также можно выбрать другой способ доставки, это заказ целиком. Тогда все товары придут в одном заказе, и баллы, и скидки будут прописаны тоже по одному заказу. Давайте подтвердим заказ. Здесь мы видим страницу подтверждения. И далее мы переходим на карточку заказа, в которой представлена уже вся информация о вашем заказе. Со всеми баллами и скидками. Здесь вы также можете удалить, разутвердить или оплатить заказ. Давайте разутвердим заказ. При разутверждении заказа все ваши товары попадают обратно в корзину. Таким образом, вы сможете продолжить заново оформление заказа. Но акции, если, например, прошел период, могут слететь. Проходим заказ и попробуем выбрать способ доставки частями. Подтверждаем заказ и переходим на страницу «Спасибо за заказ» или карточку заказа. В данном случае, поскольку мы получаем заказ частями, вы видите наверху две части. Можно по каждой из частей посмотреть состав заказа. При разутверждении сплитов, то есть заказов, состоящих из двух частей, обе части заказа разутверждаются. И все товары попадают обратно в корзину. Давайте попробуем разутвердить. При разутверждении все товары оказались снова в корзине. Новая страница персональных акций отличается ярким дизайном. Она представляет собой список всех акций, доступных для консультанта. Вы можете проскроллить список полностью и посмотреть все акции, которые сейчас действуют. Вниз или вверх. При клике на фотографию вы попадаете в карточку акций. Также мы сделали специальную навигацию по категориям, где вы быстро и удобно можете переместиться в ту категорию, которая вам нужна. Мы с вами оказались на категории «Распродажа». Обратите внимание, что теперь для каждой акции мы отображаем фотографии товаров. Это крайне удобно, и можно сразу понять, какой именно товар участвует в акции. Также вы можете прочитать информацию об акции, не заходя внутрь. Ну, давайте сейчас перейдем все-таки внутрь акции, нажав на блок. Здесь есть списки товаров и есть также информация об акции, которую можно посмотреть. Здесь работает скролл, вы можете скроллить и выбирать товары. Нажав на кнопку «Вверх», вы быстро переместитесь вверх списка.
Также здесь работает поиск по наименованию или по артикулу. Вот мы, например, добавляем порошок, нажимаем кнопку «Применить». После того, как акция применена, она подсвечивается определенным цветом. Давайте зайдем внутрь акции и попробуем найти те товары, которые мы добавили раньше. Для этого нажимаем «Фильтр», «Только выбранные», кнопку «Применить». Видим порошок. Дальше мы выходим из акции. И отсюда, собственно, у нас есть несколько выходов. Мы можем продолжить оформление заказа или вернуться обратно в корзину для того, чтобы посмотреть итого по заказу, может быть, какие-то баллы и так далее. Давайте вернемся в корзину.